В Прикубанском районе проходят профилактические мероприятия под кодовым названием «Скорость». Как и с каким техническим вооружением госавтоинспекция борется с любителями прокатиться с ветерком? В репортаже Ахмата Халкечева. С улучшением погодных условий любителей прилично нажать на педаль газа прибавилось, с сожалением отмечают полицейские. Для совместной работы с нашей съемочной группой сотрудники ГИБДД выбрали 56-й километр автодороги Лермонтов-Черкесск. Здесь не случайно установлены знаки ограничения скорости 70 км в час. Не менее 30% от общего числа дорожно-транспортных происшествий случается именно на данном участке в Прикубанском районе, делится инспектор по пропаганде ОГИБДД районного отдела внутренних дел Заур Каппушев. И в этом году тоже уже, к сожалению, дорожно-транспортные происшествия на данном участке автодороги уже были. К счастью, пока что с пострадавшими не было, и будем надеяться на то, что пострадавших нас не будет. Скоростной режим больше всего нарушают в местах, где нет стационарных систем видео и фотофиксации. Уверившись в своей безнаказанности, некоторые водители начинают игнорировать требования дорожных знаков. Для борьбы с нарушителями в арсенале ОГИБДД Прикубанского района имеется автономное устройство фиксации нарушений скоростного режима «Бинар». Проезжают стационарные видеокамеры, видеофотофиксации и считают, что дальше можно уже ехать, нарушать скоростной режим. Вот для этого, собственно говоря, мы здесь и стоим. Именно на участке, где вот этих стационарных камер нет, фиксируем данные правонарушения. Именно вот это техническое средство «Бинар», которое мы используем в работе, действительно очень действенное. И дорожно-транспортные происшествия, именно которые случились именно из-за нарушений скоростного режима, уменьшились достаточно прилично. Если брать статистику дорожно-транспортных происшествий с начала текущего года в сравнении с прошлым, общее количество не сильно отличается. Но число пострадавших в них снизилось практически вдвое. Разумеется, положительная тенденция является результатом планомерной и беспрерывной работы госавтоинспекции на так называемых очагах аварийности. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.